Как повторно получить свидетельство или справки о регистрации актов гражданского состояния? Для этого необходимо подать заявление в офис госкорпорации правительства для граждан, либо через портал e-gov.kz. При обращении в госкорпорацию необходимы следующие документы. Заявление, документ, удостоверяющий личность. Документ, подтверждающий оплату госпошлины. Нотариально удостоверенная доверенность в случае обращения представителя-заявителя. Получение справки в электронном формате займет один рабочий день. Услуга платная. Выдача повторных свидетельств стоит 1 МРП, справок 0,3 МРП. При обращении на портал необходимы электронное заявление, оплата государственной пошлины, документы услугополучателя в виде электронных копий, кроме случаев, когда регистрация актов гражданского состояния произведена после 2008 года.